В волейбольном клубе «Северянка» произошли серьезные изменения. В прошлом году в своем первом сезоне «Северянка-3», она же юниорская сборная России, с первой попытки завоевала медали. В новом чемпионате эта команда выступит уже в высшей лиге «Б», а в первой лиге старт возьмет команда совсем юных девушек. Все они – воспитанницы Череповецкой школы Олимпийского резерва. Возглавил команду, работавший в последние годы в качестве старшего тренера «Северянки», Павел Забуслаев. Для него это первый опыт полностью самостоятельной работы. И пока на первое место он ставит не спортивный результат, а воспитание классных волейболисток. Основная, опять же, задача – это учить их волейболу, учить их жизни, учить их отношению к волейболу, профессионализму. Вот это основная задача. В любом деле опыт не бывает лишним, поэтому в тренерский штаб в качестве играющего тренера вошла Александра Иванова, которая много сезонов отыграла в «Северянке» в качестве либера, а еще год назад выступала и в составе национальной сборной России. Александра с большим желанием согласилась поделиться со своими подопечными богатым личным игровым опытом. Все-таки я больше как тренер, то есть мы все равно даем девочкам играть самим, то есть чтобы они получали практику. То есть нет задачи, чтобы я играла, стояла на площадке. Есть задача максимально, чтобы девочки сами раскрывались, и при какой-то острой необходимости я выйду, помогу. По словам Павла Забуслаева, работать с юными волейболистками оказалось сейчас даже интереснее, чем с опытными мастерами. Их вера в тренера больше, а также бесконечные желания и готовность совершенствовать свои навыки. Впрочем, есть и один дополнительный момент. Все девушки еще учатся в школе, но проверять перед тренировками их школьные дневники Павел Юрьевич пока не собирается. Хочется, конечно, чтобы они сами понимали, что и учеба, и спорт, они должны идти параллельно, я считаю. И они должны одинаково выкладываться и в школе, и на площадке, в зале. Поэтому нет, не буду, наверное, проверять. Чемпионат России в первой лиге стартует в октябре, так что время на подготовку еще есть. Но для молодых волейболисток и сам этот турнир тоже этап подготовки к будущим соревнованиям самого высокого ранга. Владимир Сентябрев, Виталий Присмотров, новости.